Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным местам Библии, книг Священного Писания, Ветхого и Нового Завета. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Как Бог может раскаяться в своем творении? В книге «Бытия», 6 глава, 6 стих, мы находим такие слова: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». На самом деле мы знаем, что Бог совершенно неизменяем, ибо все, что изменяется, изменяется или в худшую сторону, или в лучшую сторону. Для Бога неприемлемо ни то, ни другое, потому что Он есть абсолютное совершенство. И смотрите, что говорится в книге «Чисел», 23 глава, 19 стих. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». Действительно, Бог совершенно не изменяем, и это истина абсолютно очевидная. Нечто подобное мы находим и у пророка Божия Малахия, 3 глава, 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь», восклицает Творец. И в Священном Писании книга апостола Иакова, 1 глава, 17 стих, здесь мы обнаруживаем такие слова: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Почему же тогда мы прочитали с вами, что Бог раскаялся? Это антропоморфизм, когда Писание разговаривает с нами на нашем языке. На самом деле Бог, как вездесущий, ни от кого не удаляется, никому не приближается, но мы сами своей жизнью удаляемся от Него или приближаемся к Нему. Опять же, эти выражения «удаляться», «приближаться», они берутся из обычного человеческого обихода. Но если бы Писание говорило с нами на небесном языке, мы бы ничего не поняли. Поэтому присутствуют антропоморфизмы. В книге пророка Осии сказано, что Господь узами человеческими влечет нас к себе, узами любви. Что значит узами человеческими? То есть Он собеседует с нами с учетом нашего понятийного аппарата. Таким образом, мы устанавливаем, что когда Писание говорит, что Бог там раскаялся, что Бог о чем-то пожалел, это именно антропоморфизмы, которые помогают читающим Писание лучше распознать ту или иную ситуацию. Ведь в конце концов Бог даже стал человеком, как апостол Павел пишет, стал подобен нам во всем, кроме греха. Потому что, будучи любящим Богом, Он хочет приблизиться к нам и быть понятым нами. Поэтому Слово Божие и использует эти антропоморфизмы, которые присущи человеческой природе. Это человек может раскаяться, о чем-то пожалеть, а Бог неизменяем, и в нем нету и тени перемены.
И все, что он не делает, Господь, он делает все это нас ради человека и нашего ради спасения. Как и блаженный Августин настаивает на этом, что Бог никогда не попустил бы зла в этом мире, не имея намерения и само зло обратить в добро. Берегите себя. Спаси вас Господь. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах.